Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялась ежемесячная экологическая акция по раздельному сбору отходов. Но я считаю, что это вклад в будущее для наших детей. В поселке Дубровский прошла интеллектуальная игра, посвященная Всемирному дню охраны труда. Участники у нас практически все наши областные организации и профсоюзы, в которые входят в наше объединение. До окончания голосования за объекты благоустройства в нашем округе по федеральному проекту формирования комфортной городской среды осталось несколько дней. В этом году на голосование вынесены объекты: бульвар Завидная аллея, сквер Сосенки, бульвар и сквер поселка Володарского, общественная территория возле озера Кругляш, общественная территория рабочего поселка Боброва и сквер в поселке Развилка. Федеральный проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проголосовать можно на портале городсреда.ру. Сегодня у нас в гостях заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба. И мы поговорим о детских профилактических осмотрах. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим, насколько вообще важна профилактика в медицине. Ну, медицина России издавна славилась тем, что очень была развита профилактическая медицина. Это началось еще с 20-х годов, когда формировалась профилактическая модель СИМАШКО. Ведь любое заболевание проще предотвратить, чем лечить потом уже заболевшего человека. Это и дешевле обходится, и для организма вот, функциональные нарушения восстанавливать проще, чем восстанавливается после заболевания. Поэтому сейчас очень большое значение придается профилактической медицине, причем в новом ее формате, в цифровизации. Происходит цифровизация всех, скажем так, участков здравоохранения. Это и профилактические прививки, и различные справки, и истории болезни ребенка, и карта номер 26. Профилактическая медицина включает в себя проведение профилактических осмотров и проведение вакцинации. Профилактические осмотры – это система мероприятий, которая позволяет выявить различные хронические заболевания на разных стадиях или функциональные нарушения организма. Профилактические осмотры проводятся по приказу 514-Н. Это профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних. В этом приказе оговорено, кем и когда будет проводиться профилактический осмотр и порядок проведения. Светлана Александровна, вот мы даже в своем эфире часто говорим про диспансеризацию для взрослых. Что касается детей, насколько регулярно необходимо проходить вот эти профилактические осмотры? Ну, профилактические осмотры необходимо проходить еще с внутриутробного развития ребенка. Мама ходит к гинекологу, ее осматривает акушер-гинеколог, дает различные рекомендации, следит за состоянием маленького ребенка внутриутробно. Когда ребенок рождается, уже в первый месяц начинается осмотр ребенка, на котором педиатр может увидеть какие-то изменения, назначить дополнительное обследование или дать рекомендации маме. До года профилактические осмотры проводятся ежемесячно, с года до двух, один раз в квартал, то есть раз в три месяца. И с двух лет профилактические осмотры проводятся ежегодно. Все данные вносятся в электронную медицинскую карту ребенка. Каждый возраст осматривается своим набором специалистов и проводится инструментальное обследование согласно возрасту ребенка. Например, в 4-5 лет ребенок осматривается педиатром-стоматологом, а вот в 6 лет углубленное обследование, которое включает УЗИ внутренних органов и почек, анализ крови, мочи, электрокардиограмму, УЗИ сердца, то есть эхокардиограмму и множество осмотр множества специалистов: хирург, окулист, невролог, лор, стоматолог, педиатр. То есть ребенка изучают со всех сторон. Скажите, пожалуйста, чтобы вот пройти эту длинную цепочку врачей, необходимо изначально прийти родителям к педиатру, правильно? Чтобы пройти длинную цепочку врачей, неорганизованному ребенку, то есть ребенку, который не посещает учебное заведение, нужно прийти к педиатру. А вот организованному ребенку, ребенку, который посещает детский сад или школу, врачи обследования приходят прямо в учебное заведение. И этим уникален проект «Школьная медицина», который запущен в Ленинском районе с 2022 года. Ну, то есть относительно недавно это появилось? Относительно недавно врачи выходят в школу, в сады, осматривают детей. Врач-педиатр делает заключение о
состояние здоровья ребенка, выставляет ему группу здоровья и физкультурную группу. А в связи с этим появились ли какие-то изменения в законодательстве, здравоохранении или в каком-то либо другом? Да, 13 июня был принят федеральный закон 256 о внесении изменений в федеральный закон об образовании и федеральный закон о здравоохранении. В этом законе говорится, что дети допускаются на физкультурную группу только с учетом того, что им выставлена соответствующая физкультурная группа. Поэтому пройти профосмотр обязательно нужно и важно для того, чтобы ребенок мог посещать уроки физкультуры в школе или в детском саду. Это связано с большим риском здоровья для детей. Ни для кого не секрет, это появляется в средствах массовой информации, что многие дети, несмотря на то, что им запрещена была нагрузка, посещали уроки физкультуры, это закончилось плачевно. Чтобы нам сохранить наших детей, принят был этот федеральный закон. Ну и опять же, как мы уже обсуждали, что любое заболевание легче предупредить, чем его потом Совершенно лечить. Верно. Большое спасибо за то, что пришли к нам и за эту ценную информацию. Я напомню, что у нас в гостях была заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба, и мы говорили о детских профосмотрах. Раз в месяц в муниципалитете проходят экологические акции проекта «Видное за раздельный сбор отходов». На одной из них побывала наша съемочная группа. «Расхламляйтесь по максимуму», призывают волонтеры экологического проекта «Видное за раздельный сбор отходов». Появился он 8 лет назад стараниями преподавателя химии школы номер 5 Венеры Тарасюк. И за эти годы силами учителей и учеников, а также неравнодушных жителей города, тонны ненужных вещей подверглись переработке. Это ПЭТ-бутылки различные, и цветные, и нецветные, питьевые, из-под химии, из-под соуса, масло. ПЭТ-полиэтилен это у нас пакеты обычные, которые в магазине продаются, но еще и пакеты такие шуршащие, которые называются, они у нас из полипропилена. Всего более 50 пакетов для различного вида мусора. Металл, бумага, тетрапак, электрохлам. Список огромный. Такая щепетильная сортировка позволяет задействовать самые маленькие вещи. Надежда Пиюк говорит, что всегда задумывается, прежде чем что-то выбросить в мусорное ведро. Дома вот мы крышки собираем тоже в 5-литровку, блистеры привозим, от яиц тоже. Вот стараемся тоже, ну, как бы максимально уже расширять свой ассортимент, так скажем, отходов, ну, раздельный сбор отходов. Вот, ну, это и вот сын у меня тоже приобщается. Вот сказала, что акция, он сказал, мама, поехали. Ирина Колосова на сортировку привезла пакеты, которые заняли весь багажник. Женщина признается, что дело это трудоемкое и забирает немало сил, но уже несколько лет только так, только по правилам. Но я считаю, что это вклад в будущее для наших детей, которые останутся с этой мусорной проблемой. И вот я считаю, что это моя ответственность, то, что я могу отсортировать, принести и сдать в переработку. Какие же вещи получаются в результате переработки? Да практически все. Одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и упаковка обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами. И внести свой вклад в экологию может каждый из нас. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В учебном центре профсоюзов Подмосковья состоялась областная интеллектуальная игра, посвященная Всемирному дню охраны труда. В ней приняли участие профсоюзные организации Московской области. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Охрана труда – это система мер по сохранению жизни и здоровья работников. Для того, чтобы обратить внимание на проблемы, которые связаны с несчастными случаями на рабочих местах, учредили Всемирный день охраны труда. Его отмечают ежегодно 28 апреля. В преддверии этого дня сотрудники Московского областного объединения профсоюзов организовали интеллектуальную игру «Что, где охрана труда». Участники у нас практически все наши областные организации профсоюзов, которые входят в наше объединение. Коллективы сборные практически со всей Московской области. 14 команд соревновались по правилам брейн-ринга в знании трудового законодательства. А гибкость ума смогли проявить в тематических вопросах по охране труда в части советского и отечественного кинематографа. Не остались без внимания вопросы, касающиеся создания профсоюзного объединения, оказания первой медицинской помощи и даже первых документов, регламентирующих порядок труда на территории нашей страны. На мой взгляд, он достаточно высокий, он профессиональный. Об этом говорит как минимум тот факт, что они говорят на правильном профессиональном языке. Ну и, естественно, то, что они правильно отвечают, ну, на подавляющее большинство вопросов.
И это меня радует. Галина Бурова со своей командой «Умный подход» представляют профсоюз работников народного образования и науки из Орехово-Зуево. Игра для них – хорошая проверка знаний в этой сфере. Когда мы сюда ехали, я говорила, мы едем посмотреть, что это такое. И мы едем не за победой. На что мне сказали, ну не может быть, чтобы вы ехали не за победой. Но, к сожалению, сегодня не получилось, но мы получаем массу удовольствия. Сейчас сидим в зале, слушаем другие команды. Уверенно отвечаем на те вопросы, которые нам не попались. Третье место заняла команда из Горно-металлургического профсоюза «Стальные знатоки». На втором – команда «Движение первых» из Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения. А первое место присудили команде «Несчастный случай» профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ». Во всех парках Ленинского городского округа до 15 мая пройдет обработка от клещей. Средства безвредны для человека, но могут быть опасны для животных, поэтому рекомендуется воздержаться от посещения парков с питомцами в дни обработки. Центральный, Расторгуевский, Тимоховский, Опаренки, Видновский лесопарк. Общая площадь работ около 50 гектаров. Обрабатываться будут деревья, кустарники, поляны и заборы. Предупреждения для посетителей будут размещены на входах в парке и в социальных сетях. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.